Хаешки, ребятушки, меня зовут Сергей, это канал Хибара, и мы продолжаем проходить индустрию. Индустрию продолжаем, присаживаясь поудобнее, чаек, кофеек, пельмешки, завариваем какао, обязательно бутерброды, все как мы любим, приятного просмотра, не забываем ставить лайк, дизлайк этому видео, потому что мне это очень приятно, а вам не сложно. Вот, значит, что я хотел сказать. В прошлой серии мы, короче, пошли до сюда, дошли, и вроде как игра нормализовалась, то есть сейчас вот четко идет движение. Это даже видно по картинке. Идет плавное движение, нету никаких вот таких вот движений нету вот. Или знаете, когда я мышку дернул вправо, а потом резко влево, а картинка еще, короче, вправо вот так идет. То есть вроде пока все нормально, настройки не менял вот с прошлой серии, как я все сделал, так и нормально. Сейчас пойдем туда, скорее всего, они могут ожить, и будет какой-то бой. Вот, также обязательно подписывайся на канал, потому что это важно. Можете не подписываться, но жмакайте колокольчики и пишите обязательно комментарии, я всем отвечу. Если есть желание поддержать канал, то проходите по ссылкам, буду рад любой монетке. Погнали, погнали. Они оживут, 100%, я чувствую, они оживут. Блять! Чё? Я не знаю, кто ты, но если ты хочешь жить больше 5 минут, то тебе лучше сваливать отсюда. Тогда расскажи, как. Лифту нужно электричество. Паровые машины за дверью подо мной. Твоя единственная надежда... Кто? Эй, подожди, вернись! Лекарство. Батарея. Патрончик. 15 патронов сейчас, скорее всего, будет. Реально жесть. Так, ладно, туда мы сейчас сходим. Так, это он мне патроны скинул для винтовки. А ты мне винтовку скинул? Короче, это какие-то... Ну, роботы, по сути. Какие-то экземпляры. Так, все заржавело. Возможно, я могу найти, что снимет ржавчину. Скорее всего, да, какая-нибудь химикатина нужна. Пистолета нету. Чё, это какая-то... Что это? Найден предмет. Серная кислота. Я не знаю. А, у меня, наверное, ограничен этот. Инвентарь полон. Да, смотрите, инвентарь полон. Так, азотная кислота. Используй. Может, азотная кислота? Может, их надо как-то смешать? В какой-нибудь пробирке? Патрончики. Блин, патронов дают на самом деле очень неплохо. Написано использовать, но использовать не могу. Короче, опа, записочка. Inve, please
чё, или Place, это что-то бука, так, книга, зеленая и белая. Или это не белая? Короче, я так понял, надо что-то смешать, наверное. Подожди, я здесь был? А, это просто сократить путь, наверное. Так, ладно. Пока непонятно. Пока сходим туда. Давайте пока, наверное, выкинем вот здесь вот, чтобы инвентарь исчезло, что ли? Ладно, я на самом деле... Подожди, D. Использовать. 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 Я пока это все выкину. Я вот возьму только вот одну на всякий случай и сюда. Все. А там посмотрим. А, ну здесь, скорее всего, смешивать. Наверное. Апатит. А, серная кислота. Аспиролит. Пропан. Так, ну это пропан вот здесь вот. Ладно, сейчас мы все сделаем. Блин, здесь еще смотри сколько всего. Скорее всего, мне не все нужно. Вот, и мне нужно смешать правильное. А это что, батарейка, кстати. Блин, я не понял, а батарейки, они типа сразу автоматически заряжаются, то есть они у меня не складываются в инвентаре. Потому что, блин, я же, по сути, я столько их подобрал, а для чего? Я думал, они где-то копятся там или не знаю. Так, ладно, давайте делать. Ай, блин, это химия, химию вообще ненавижу просто. Я когда учился, я вообще не понимал ее. Просто вот, я пытался понять, но я ее не мог понять. Я учил, я ничего не мог понять. Вообще, вот, прям химия, ну это прям... Вот кому-то интересно, а мне вот вроде интересно, а вроде не понимаю ничего. Так, фосфорная кислота. Помогает с устранением ржавчины. Аспиролит, серная кислота. Так, аспиролит, серная кислота. Что такое аспиролит, я не знаю. Может быть... Апатит. А, аспиролит... Вот, мне нужна синяя, значит. И серная кислота. Так, аспиролит, значит, слева от... понятно. Вот, аспиролит. Да блин, что ты делаешь-то? Ага. Так, а сюда мне нужна, значит... так, серная кислота. Вот. Так, найден предмет. Кстати, возможно, можно делать даже какую-нибудь хилку. Да ладно, можно сохраниться. Сохранить, да. Можно даже пересохраняться. Окей.
Сохранились, терять нечего. Так, все заржавело. А, ну это мы читали. Все, теперь мы сможем пройти. Отлично. Хотя, если мне дают, получается, винтовочные патроны плюс пистолетные. Здесь, наверное, икшона будет нормально так. Пистолетные патрончики. Игра сохранена. Отлично. Батарея. Да, скорее всего, она просто пополняет сразу фонарик и все. То есть он тебе не пополняет батареи, типа в рюкзаке не складывает. Ну, выглядит неплохо. Вот мне сейчас пока нравится. Вот картинка. Особенно мне нравится, что она яркая. Вот, то, что солнечный день. Найден предмет. Максимум патронов, да ладно. У меня там, смотри. Чё? Блин, как, вот. Пистолет, какой-то автомат, винтовка, дробовик. Ни хрена себе, тут игра-то вообще... Она типа настолько прям мощнецкая. Прям шутер-шутер. Может, я перепутал, может, это не про эту игру говорили, что она там где-то около 4 часов. Использовать зажать. Ну давайте. Я просто не знаю, там. То есть мне там надо где-то рычаг дернуть. Еще потом где-то дернуть. Так, я скорее всего включил какой-то. Что это такое? Вассер? Вейсер? Не знаю. Я, скорее всего, туда угля накидал. Потом я, наверное, пустил какой-то... Не знаю, может быть, газ. Может быть, тот же пропан какой-нибудь. Использовать. Он не хочет зажиматься. Он зажиматься не хочет. Что я сделал не так, пока непонятно. Может, там где-то еще был рычаг какой-то? Ну это прям, смотри, ленты огромные прям. Это что-то прям очень жестко крутит. А я вернуться не могу, кстати. Подожди, а что тогда делать? Что-то где-то еще надо, наверное, повернуть. Блин, я не знаю. Честно, честно, пока без понятия, ребятки. Может, здесь нажать что-то надо? Блин, звук пошел.
А, чё? Чё? А, вода! Уголь. Вода это чтобы создавать пар. Уголь это уголь, понятно. Может, мне туда как-то перепрыгнуть надо? Да, смотри, может быть, даже и здесь где-то что-то. А, может, там как раз. Я ж туда забраться-то не мог больше. Потрошки, потрошков слишком много уже. Да, смотри, скорее всего. А может и нет. Может, я что-то путаю. Но это ж... А, ну это чтобы вернуться назад. Лифт точно работать не будет. Я не запустил двигатель. Как его запустить? Блин, хоть нажимай теперь паузу и смотри гайд. А я гайд не хочу смотреть. Управление паром. Ну. Но пара, наверное, нету, потому что я еще не запустил. Вот в чем прикол. Может, у меня какая-то штука есть? Тяжелая вода, борная кислота. Блин, я что-то в упор, что ли, не вижу, или что? Вообще без понятия. Зажать, но я зажимаю, он не идет. Такое ощущение, что я где-то, короче, не вижу какой-то один, наверное, может быть, включатель. Может быть, какой-то вот вентиль рычаг. Но у меня нету никаких, вот даже если взять журнал, что это такое? Блин, может это что-то значит? Вот да, я вот даже я возьму сейчас переводчика, чтобы прям дословно. Так, сейчас мы сфоткаем. Так, и вот так вот. И так, сфокусируйся. Надо, наверное, перевернуть вот так вот. Фокусируйся. Фокусируйся, что ты не фокусируешься? Да ладно. Расположите текст. Он не хочет? А, вот, все. Нет, не хочет. Да что за дерьмо, блин? Почему засвет идет? Да, короче, похеру, ладно. Он почему-то за свет камеры идет и не хочет видеть.
А здесь, возможно, что-то важное написано. Ладно, сейчас еще побегаем 2 минуты. 3. Если я ничего не найду, посмотрю тогда гайд. Мне поджечь надо, по сути. Надо, чтобы горел. Как сделать, чтобы он горел? Не хочет. Что вот это такое? Почему она синим горит? Больше ничего не нажимается. Ничего вообще, нигде. Плюс мне сказали, какие-то действия, они могут подсвечиваться. Может мне какую-то коробку туда кинуть, чтобы там, типа, разгораться начало. Я думаю, вряд ли. Давай, работай. Так, ну трубы идут сюда, да, все идет сюда. Управление паром. Ну, я не смогу управлять паром, потому что у меня нету горения. То есть сам факт остается в том, что мне нужно поджечь. Это факт. Это 100%. Может быть, там в химии что-то... Сейчас посмотрим, короче. Сейчас еще туда сбегу, если... Бля. Блин, как долго бежать. Возможно, решение просто очевиднейшее. Может, тут что-нибудь? Может быть, в той комнате? Может, здесь что-то поменялось? Нет, ну тут устранение ржавчины. Нет, у меня здесь точно не будет ничего такого. Ладненько, давайте я сейчас просто паузу нажму. Короче, я не стал смотреть гайд. Я просто поставил на паузу. И такой еще раз пробежался вокруг, посмотрел. Я думаю, блин, ну точно надо поджечь. Ну где-то что-то должно быть. И я, короче, пробегаю мимо. Опять такой думаю, ну патроны, да, патроны. И пишут, инвентарь полон. Так, блин, это же не патроны. У меня инвентарь полон, потому что банками этими всеми забито. А это спички лежат, елки-палки, я хожу просто. Наверное, те, кто смотрели, такие думают, да вот же спички, возьми их. Ой, блин, жесть, короче, ладно. Ну, бывает, бывает. Ладно, сожгем молоток. Все, теперь все должно работать. Ну, я же говорю, блин, ну... Надо внимательнее просто смотреть на все. Ауч. Нихера себе мне паром ошпарило чутка. Ой.
Так, ну теперь это должно все. Они ко мне идут? Они идут ко мне. Давай, подходи, скотина. На нахер! На, сволочь! На, козлина! Охренеть, он меня 1/3 хп снял! А почему он меня достает? Почему они меня достают? Как я должен тогда с ними сражаться? То есть в рукопашную нет смысла? Они мне сняли 2/3 хп. Так, ладно, погнали. Можно было бы, наверное, убежать, наверное, но уж ладно. Так, лифт поднял меня этажом, так, этажом выше. Мне нужно пройти через коридоры, чтобы добраться до поверхности. Надеюсь, осталось совсем немного. Опа, началось. Так, это какой-то, ну какой-то кастомный видно, да. Там как будто яйца лежат, как будто они там сами производят себя. Блин, мне надо хилочку, наверное, выпить. А как выпить хилку? Ой, а тут такое управление большое, так много всего. Лечение. Ку, что ли? Еще и не полностью восстанавливает. Чё? Охренеть. Так, ладно, берем пистолет. Ну, надеюсь, стрельба будет нормальной. Ага. Ты сдохни! Охренеть! А что так много патрон на него требуется? И что это вообще за пуколка какая-то? Блин, как будто какой-то этот. Патроны, ну ладно. А, это для ПП. Прямо как 20 лет тому назад. Мне интересно, что ей нужно здесь. Напевает мелодию. Что за говно пистолет? Я уже все патроны потерял. То ли точность так хромает, то ли они жирные. Очень жирные. По сути, сколько? 5. Ну, где-то около 6 патронов на них требуется. Это если ты еще попадешь нормально. Вот какие-то ящики открываются, какие-то нет. Вот он закрыт, а открываться не может. В смысле? В смысле? Только не говори, что мне стрелять надо. Не, не буду. Надо найти ключ, наверное, какой-то. А, это от него оторвалось, я думаю, это оружка как... А, все, вижу куда. Нет, не вижу. Да запрыгни, ты че такой этот? Да ладно, ну настолько, что ли?
Главное, чтобы никто не высказал. Они вроде какие-то, ну, они вроде как безобидные, но все равно не хочется. ХПшку-то отнимают. Я должен остановить это безумие. Наш новый король Розенталь, человек из другого мира, серьезно верит в новую энергию. Я просто смотрю, ту ли я бумажку взял. Так, наш новый король, человек из другого мира, верит в новую энергию. Но раз тихая энергия, как ее называют, исходит из института в наших домах фабрик, у меня есть плохое предчувствие. Это слишком хорошо, чтобы было правдой. Здесь должен быть какой-то подвох. Я буду поглядывать за машиной и планами Розенталя. 91-й год. Странно. Здесь как-то времена пере... Hello? Алло? Somebody there? Есть кто-нибудь? Рация, что ли? Hello? Алло? It's you. А, это ты. You made it up the elevator. Ты поднялась на лифте? Поздравляю. Who are you? Кто ты? Well, that's what I wanted Ну, to это то, что я хотел... Я тоже хотел спросить тебя, знаешь, потому что You came ты пришла сюда, а не наоборот. Well, I'm Ну, я just a просто traveler. путешественник. Ага, ну... I mean, after saving Знаешь, my после того, life, как я тебя спас, expected я ожидал больше a информации. tad more information. А, окей. Я пришла I come from different place. другого места I'm just и here to look просто for ищу здесь someone who arrived кое-кого, here кто just прибыл сюда before. ранее меня. Well, welcome to О, my тогда добро пожаловать в life. You're in a Хакавик. different place. Дама I из have другого some места. bad news for Однако you. у меня есть плохие новости. Nobody's coming. Никого не было здесь последние 20 лет. That can't be. Этого не может Nobody's быть. coming. Может быть, может и нет, но это правда. This city was evacuated Город был эвакуирован 10 10 years лет ago. назад. Well, maybe then you just missed Возможно, him. вы не Maybe you заметили just... его. Возможно, I вы... mean, you can Я hardly про то, что listen сложно не заметить, как growling машина and рычит и shaking трясет the whole целый квартал. block. It hasn't been doing that Знаешь, much. а она давно так не делала. Слушай, здесь ты в Listen, you're in опасности. danger here. Be for the best if you Будет leave хорошо, если ты sooner than сначала later. покинешь это здание. I'll tell you more Я расскажу outside. тебе больше снаружи. 20 20 years? лет, что-то тут не так. Something is not right here. Возможно, поэтому, когда был театр, и мы такие типа взлетели и на середине остановились. То есть мы в перемещении потратили больше времени. То есть, возможно, он и прибыл сюда, но уже где-то как раз 10 лет назад. Соответственно, а я спустя только 20 лет сюда прибыла. Хотя, ну, типа, телепортация заняла больше времени. Блин, спать хочу. Я так понял, нам эти бутылки в принципе не нужны, поэтому я их, скорее всего, выкину. Чё? Там было написано... Подожди. Что-то справа было, как будто написано, не останется на лекарство, или мне показалось? Музыка такая. И у меня батарея... Батарея кончается. Но я ее нашел. Она еще и не полностью восстанавливает, охренеть. Просто надо все проверить, может быть, здесь будут какие-нибудь потрошки. Но она достаточно линейная, конечно. Да, здесь нету такого, что ты прям бегаешь влево-вправо, пытаешься что-то найти, можно еще заблудиться. Здесь, по сути, это все так, простенько. Ну, инди-игра. Что за херня вообще вот это такое?
И судя по их внешнему виду, они реально лежат очень давно. Так. Патроны для пистолета, отлично. Так, надо, кстати, перезарядить сразу. Ну, на два моба должно хватить. На два этих робота я должен завалить. Должно хватить. Мне вообще сохраняшку бы, конечно, потихонечку надо уже находить. Так, еще патроны. Где я их подобрал? Отлично. Даже уже на три хватит. Так, игра сохранена. Кстати говоря, может быть, закончено это? Я сам могу сохранять, сам не могу, кстати. Здесь идет автосохранение. Это пистолет, типа, если бы я пропустил бы его, это было бы странно. Я бы сдох тогда без него. Ладно, давайте... Да, блин, на самом деле лучше бы закончить... Давайте на этом закончим. Пускай серия будет покороче, да? А в следующей серии отсюда продолжим. Будем немножко, может быть, побыстрее играть, потому что потихоньку вливаешься в игру и понимаешь ее вот эту механику. Поначалу ты осторожничаешь, как-то вот думаешь, ага, не пропустить ли что-то. А так, на самом деле, здесь по большей части это все на виду. Вот, так что продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, за поддержку, за вашу активность. Огромная благодарность, что... Ставите лайки, в принципе, даже если когда не ставите, вообще любые комментарии пишите, очень приятно, прям мотивирует на дальнейшую продуктивную работу. Собственно, подписывайтесь на канал, лайки, дизлайки, обязательно жмакай колокольчик, чтобы не пропускать следующие видосы, и проходи по ссылкам, если есть желание поддержать канал, буду рад любой, собственно, монетке. Ну и все, продолжим, пока нормально, пока идет, конечно... По-тихому, особо такого экшона нету, но скорее всего потому, что у меня нету еще дробовика или пистолет-пулемета. Потом будет... Я видел кадры, что там бывают вообще замесы такие жесткие. Вот. Но игра не должна жестко тебя убивать здесь, иначе это же инди, это же по сути повествовательная игра. Она здесь вроде шутер, но его мало, иначе порвет другую суть игры. А здесь больше как повествование, вот такая вот, типа симулятор ходьбы с легкой загадочкой и с легкой пострелушечкой. Вот. Ланенька, продолжим в следующей серии. Всем до встречи, ребятки, всем пока.